Притча «Внутренний мир человека». Однажды в сумерках крестьянин сидел на пороге своего бедного дома, наслаждаясь прохладой. Рядом пролегала дорога, ведущая в деревню. По ней шел человек, который увидел старика, подумал: «Этот человек ленив. Он не работает и целый день сидит на пороге своего дома». Немного погодя, появился другой путник. Тот подумал: «Этот человек, Дон Жуан, сидит здесь, чтобы поглядеть на проходящих мимо девушек и, возможно, досаждает им». Наконец, один лесник, идущий в деревню, подумал: «Этот человек – великий труженик. Он напряженно трудился весь свой день и сейчас наслаждается законным отдыхом». В действительности мы не можем знать многого о крестьянине, который сидит на пороге своего дома. Наоборот, мы многое можем сказать о трех спутниках, прошедших деревню. Первый был лентяем, второй – бабником, а третий – великим тружеником. Все, что ты говоришь, говорит о тебе, особенно, когда ты говоришь о ком-нибудь другом. Вот так вот. Это и называется внутренний мир человека.